Роман Козырчиков написал пьесу «Собаки» совсем недавно, если называется «Собаки». Отрывок из нее представят Даниил Климов и Максим Долинин. Начали. Вот, смотри, здесь на поле по вечерам полно светлячков. Они зеленым светятся, и здесь вообще такая красота. Они общаются так, светом, светятся, мигают, и вообще все на свете. Светлячки какие-то. Ты про себя лучше расскажи. Незнакомы так-то вообще. Да что рассказывать-то? Лето, потом в школу, вот уже и все. У нас тут так и скучно. Ну летом ты же как-то ты развлекаешься. Ну да. Я с собакой своей гуляю, с тушенкой. Киношки в инете смотрю. А друзья что? Да нет так друзей особо, чтобы. Грустно как-то. Да нет, почему? Мы прикинь, недавно с твоей бабушкой устроили собачий забег. Ну, никто не согласился, правда, но мы нашли двух дворняжек, и еще тушенка с нами бегала. Они вообще бегали, тушенка всех обогнала. Наша старуха злая вообще, пусть забег. Не, ну с ней, конечно, так сразу отношения не наладишь, но она добрая очень. Она про тебя рассказывала. Что она рассказывать могла? Видела меня в пеленках еще. Ну что ты есть вообще? Нормальная. Слушай, ну а девчонки тут есть вообще? Да, есть. Они там, на центральной улице, там ларек круглосуточный, они там и водятся. Че, познакомишь, может, да? Да я не хожу туда, что там делать? Как что делать? Ты вообще целовался хоть когда-нибудь? Ну, нет. Хочешь, покажу, как надо? В смысле? Что ты пугаешься, так и покажу. Ну? Ну. Ну давай, давай. Ну ладно. Давай, что-то. Ладно. Сама хочет, вы сами мне говорили, ну? Не, Егор, не надо, зачем я? Слушай, Миша, я же хороший, ты говорил. Ну да, ты хороший. Боль. Я ж тебе плохого не посоветую. Ну, не знаю. Давай, пока я здесь, развлечусь, давай, а? А? Ну Миша, надо. Егор, я не хочу, правда. Все, слушай, я здесь, нужно развлекаться. Тебе особенно. Давай, погнали. Давай, давай, давай. Все, пошли. И вот, все, идем. Уверен? Да, конечно, уверен. Спасибо.